Рустам Миниханов подписал указ о создании 9-й должности вице-премьера Татарстана. Помощник президента Лейла Фазлеева станет новым вице-премьером. Ее кандидатура была внесена на рассмотрение в повестку заседания Госсовета Татарстана. Казань-саммит получит федеральный статус. Об этом сегодня сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития республики. Новый статус мероприятия позволит привлечь большее число интересных гостей. Президент Татарстана принял решение установить в Казани новый памятник афганцам, воинам-интернационалистам и тем, кто выполнял свой долг на Северном Кавказе. Памятник будет установлен в Парке Победы.